Приветствую, любительницы и любители всего кошачьего. С вами вновь Эфемир Абстрактный. И сегодня мы продолжим проходить Пурим Квест. Мы прошли полностью деревню, как вы видите, здесь собраны все косточки от рыбы, клетки и прочие предметы. И теперь постараемся пройти готический квартал. Так, сейчас я музычку убавлю, потому что музычка, к сожалению, слишком громка. Ну что, скелетики рыбок, вам не скрыться от моего зоркого взгляда. Так. Ух ты, сколько их здесь! Так, почему я не допрыгиваю? Странно. До предыдущего уже допрыгнул, они вроде на одинаковом были расстоянии, но, видимо, нифигатушки. А мы попробуем с другой стороны. Чёртовы готы. Нет, сюда нельзя. Черт, как же сказал, залезть-то. О, надо было просто подпрыгнуть. Глупый эфемер. Эк, балкончик с флажками, жди меня. Ой-ой-ой-ой, откуда ты здесь взялся? Глупый булядок. Булядок даже не только в танках мешает, он и в котиках мешает. Что за фигня? Булядоги окружили меня. Так. Ага. Оказывается, можно здесь пройти. Так, надо мышь узмагоить. Опять не допрыгиваю-то. А, вот там нам. Так, мышь, фу. Нет, здесь я тоже не могу. Ага. Получай, мышь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, упатушки. Ай, прячься, ну что ж такое-то? Опять попал под собаку. Хотя можно было бы и здесь, наверное, бежать ее. Да ладно, ну я же над тобой, у тебя что, глаза на затылке, что ли? Ладно, теперь точно будем оббегать. Какая-то собака читерская. Читерский бульдог. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Эк. Ой-ой-ой. Ай! Это я упал неудачно. Да что ж такое-то? Так, походу там тоже рыбка скрывается. Рыбка скрыться. Так, тут что-то написано, но все на английском. Я не знаю, что там написано. Давайте поговорим с котиком. Никто не хочет слышать о моем отвращении. Я чувствую глубокую экзистенциальную пустоту. Я обречен жить с этой мукой внутри себя один. О боги. Я выразил видение экзистенциальной тревоги и своей сдержанной жизни с котами в книге, авторство которой украл вороватый режиссер.
Вижу, ты все еще ищешь. У меня было много мечтаний, но ни одно из них не стало явью из-за моих безуспешных попыток побега. Остался всего лишь один шаг, чтобы принять правду. Порой я думаю, что ничего не имеет смысла. Дни не проходят. Кьеркегор писал, можно ли избавиться от тревоги. Мы сами есть тревога, борясь с ней, мы впадаем в еще более глубокое отчаяние. Окей, окей, хорошо, я понял про экзистенциальную пустоту. Психопат-кот. Так, нам надо вернуться, к сожалению. К сожалению, я тут фейлю страшно. Угу. Да, на эту собаку даже сверху нельзя смотреть. Так, поднимаемся. Хватим и 47 рыбок. Худо-бедно наковыряли. Так. Да как же так-то? Я же должен был допрыгнуть. И третья попытка. О, я попал, я попал. А теперь от мыши не сдохнуть. Получай. Интересно, это гнездо там. Я туда могу залезть. Ням-ням-ням-ням. Надеюсь, мы не пропускаем рыбок. Так. Так. Ох ж ты ж, ёлки-палки, опять я куда-то упал. Остерегайтесь голубей, они могут скинуть вашего котика. Эх ты ж, я опять мимо пролетел. Ну как мне теперь туда забраться? А, кажется, снова придется перепроходить. Дубль 4. Есть, я съел эту рыбку, наконец-то. Мы сможем двигаться дальше. Рыбки, 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 косточки рыбок. Игрушечка! Ой, ёлки-палки, эти горшки, я никогда не устану удивляться от них. Ой, ой-ой-ой! Нифига себе, вот это голуби, вот это они меня закидали какашками. Опасные типы. Так, опять этот ужасный пёт. Прячемся. Ждем, как Сплинтер сел. Выныриваем, как Сплинтер сел. Ну, на этом наши со Сплинтером расходятся пути. Не-н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 е. Отлично. Кажется, здесь мы все собрали без особых проблем. А это что за дверька? Интересно, это для котов или для мышей? Шрёдингер. Купер, фотографер кат. Видимо, фотограф котов. Мышечки святы, ты хочешь познакомиться с художником? Рад знакомству, меня зовут Купер, известный фотограф. Может, ты и мои фильмы смотрел? Я уже ухожу, мне нужно проявить пленку, я хочу, чтобы все вышло замурчательно.
О, да, я видел его, сложно забыть этот блуждающий взгляд и отрешенный вид, что так привлек меня. Я увидел, насколько пуста его душа, ищущая что-то. Память хрупка, она дает трещины под тяжестью лет грусти и прощаний. Когда уходят воспоминания, остаются фотографии, словно маленькие осколки стекла на полу. Моменты полные забвения. Я сделал его фото, я почувствовал, что просто обязан запечатлить момент, записать его в историю времени. Он взял одно фото с собой. Если увидишь его, скажи, что он должен мне банку тунца. Кажется, что он меня не знал. Для такой знаменитости, как я, это было немного унизительно. Все случилось очень быстро. Пока я снимал его, он посмотрел на меня и сказал: «О боже, нужно спешить, или она уйдет с работы и не попадет в наше особое место». Думаю, он направлялся в город, хотя и выглядел немного потерянным. Чем еще могу помочь? Конечно, без проблем, я знаю, где достать еще. У каждого кота должна быть такая для мяучного пользования. Вспомни поговорку, что если есть коробка, есть и наслаждение. Удачи в поиске. Не кажется ли этот код кого-то мне напоминает из определенного сериала? Нажмите Z, чтобы использовать коробку. Порой полезно быть незаметным. О! Я кот Шрёдингера. Может быть, я там сдох, а может быть и не сдох. Кто знает? О! Пёсик, фу! Я коробка. Глупый пёсик. Мне не нравится эта надпись, которая расписывает котов. Ай, да как так-то, а? Ну что за фигня опять? Ну там пёс какой-то неправильный пёс. Нужно ближе к нему встать, чтобы он дальше прошёл. Глупый песик. Игрушечка, ура! О, голубь, ну-ка, киса-киса, на тебе, голубь, на тебе. Гадили тут на меня. Свиньи, а не голуби. Так, а на эти штуки я могу забраться? Нет, пока не могу, но я обязательно придумаю как. Ага. Этот камень неспроста здесь стоит. Сейчас мы его удвигаем. Давай, камень. Вся мощь кошачья направлена на подвижку бетона. Наконец-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не надо так. Ой, тут еще и эти летают. И тут они и ходят, и летают. Ужас, ужас. О, отлично. Стало быстрее получаться. Так. Запрыгнуть сюда, съесть здесь. Так, а вот туда я должен как-то много иначе. Пошла жара в кошачью баню. Так. Все-таки я умный котик. Ачивка. Купербук. Книга Купера. Ой, что-то я нажал, надеюсь, ничего никуда не делось. Так, теперь мы пойдем направо.
Рыбки собрать все никто еще не отменял. Ух ты, корзину. Ой, кто они? Карнизики падают, сыплются прям под лапами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж. Я еще одну рыбку не собрал. Вот засада-то, а. Подрастерялся. Придется все по новой залазить. Так. Е-е-е-е-е, есть рыбочка. Ох ты ж, чертовы коршки, амфоры дурацкие. Все против котов. И голуби гнусные. Ничего не боятся, совсем охамели. Разгон. Так, нет разгона почему-то. Отлично. Так, а куда дальше? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Непонятно. Иначе я должен забраться с другой стороны. Ай-яй-яй. Что ж такое-то? Ага. Да, да господи, голуби, как же вы меня достали. Попытка номер два. Есть. Те-те-те-те-те-те, не надо так. Так, сейчас мы сверху достанем все. Ох, ёлки, чуть не расшибся. Сколько здесь у них всего готичного. Так, надо снизу рыбки не забыть собрать. Черт, придется увернуться. Наверное, надо спуститься. Здесь нам ловить нечего. Ой-ой-ой, целая стая говнодрищев. Фух, слава богу, они мажут. Ай-яй-яй, уйди, пес, уйди, фу-фу-фу-фу-фу. Так, как мне пса обойти? А, да, у нас же есть... Да чтоб вас... У нас же есть волшебная коробка, надо было в коробку прятаться. Энджел. Поназовут котов всякими... именами из других игр. Ня-ня-ня, я коробка, ля-ля-ля-ля-ля. Так, что-то здесь мявкает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не видать ничего. Странно. Обычно здесь было снизу, а теперь нет. Мы обязательно найдем источник звуков. Может быть, наоборот, в этот раз сверху. Мы почти все рыбки собрали. Надеюсь, мы ничего не упустили, походу. Ага. Шелдон, ачивка. Спасибо, а то я уже было думал, что пропущу сеанс иглоукалывания. Я мельком увидел ее до того, как в глазах потемнело. Это злая кошка.
У меня комбинация гидроцефалии и осложненного синдрома Манкса, но моя мама Мисти заботится обо мне. Спасибо, а то я уже было думал, что пропущу сейчас сеанс иглоукалывания. Ладно, ты начал повторяться. Игрушечка. О боже. Что это? Неужели там кто-то сидит и постоянно гадит? Ай, а как нам залезть? Мимо. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой, совсем. Ох ты ж! Как-то я не подумал об этом. Думаль, три попытки прохождения чертова голубя. Надо же быть таким мерзким. Мимо. Ворот. Ай. Эк. Ай. Да чтоб вас всех. Эть. Рыбка. Так. 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 И где еще одна? И 200. Странно. И на этой замечательной новости я прощаюсь на сегодня с вами. Смотрите следующие прохождения кота, а также другие видео на моем канале. Всем до встречи, пока!